В Нижней Силезии 6 июня на дороге от Сгожельца к Богатыни произошла авария, в которой погиб 3-летний ребенок, а его родители получили тяжелые травмы. Водитель скрылся с места ДТП. Прокуратура выдала ордер на арест 25-летнего парня, подозреваемого в совершении аварии. Поиски продолжаются. Следователи обратились в суд с просьбой объявить его в международный розыск. Известно, что человек бежал за границу, чтобы избежать ответственности. Злоумышленнику грозит 12 лет тюрьмы.